все иллюзия. Все, что проявлено, это все иллюзия. Но это не значит, что одна иллюзия хуже, другая лучше. Все они равнозначные иллюзии. Но есть среди этого то, что иллюзией не является, что является истиной. И эта истина – это ты, настоящий ты, твое так называемое истинное «я», в котором нету того психического, эмоционального «я», которое мы называем «эго». И нет никакой личности. Это осознанность. Осознавание своего присутствия. Ты и так в трипе всю жизнь. Вся твоя жизнь – трип. Просто он растянут во времени, и тебе кажется, что это нормально, что ты так живешь. Ты живешь внутри своего ума. Твое восприятие – это интерпретация реальной действительности твоему уму. Это все ты. А самадхи – это выход из этого сомнамбулического состояния. Они говорят, да нафиг нам твоя самадхи. После смерти успокоимся. А сейчас дай нам отрешивать. Потом еще трип бывает не обязательно бэд. Он бывает очень лайтовый, такой, свет, любовь, радость. Сердце открывается, ангелочки летают, птички поют. Тоже бывает. Знаешь, вот этот инсайт, я бог, я бог теперь, все, я все могу. Весь мир в моих руках. Это же тоже бухомор. Человек получает возможность взглянуть на себя и на иной раз впервые в жизни. Побыть в своем естественном состоянии. Побыть собой. Осознать то, что он есть на самом деле. Что он не этот человек, в общем-то. Осознать само сознание. То, чем он является. Это уникальный опыт. Опыт пробуждения. После этого, после получения этого опыта, естественно, перестраивается психика. Распаковка идет еще месяца полтора, и дальше уж надо смотреть, помогать человеку, если он, опять-таки, обращается к ним за помощью, может что-то подсказывать, то есть провести его дальше, просто по жизни. Вот. Но опять все зависит от заинтересованности человека, что что ему интересно в жизни. Если ему интересен покой, подлинное благополучие, счастье, неприходящее, не зависящее от каких-то достижений и обстоятельств, то он это получает, он уравновешивается. И жизнь налаживается, и бизнес налаживается, и отношения налаживаются. Все приходит в норму. Тогда человек получает возможность вот распустить свою точку сборки, вот это эгоистическое напряжение в психике, и взглянуть на мир глазами Бога, конечно же, его жизнь меняется. Ценности другие нарисованы. Что такое эго, что такое личность. Внимание развернуть на то, что ты считаешь собой. Ты почему хочешь выйти? Ты кто хочет выйти? Откуда? Mm-hmm. Это же все такое, все очень умозрительное. А нужно прямо посмотреть реально. Не в уме это прокручивать, а внимание повернуть на того, кто смотрит. Вот ты откуда, через что ты сейчас смотришь? Ты сейчас смотришь из эго, вот туда и посмотри обратно. Верни внимание к своему эго, рассмотри его. Рассмотри, вот тогда ты сможешь увидеть, что это иллюзия, из него выходить не нужно. Нужно просто его увидеть, осознать, как не что-то реальное
являющуюся тобой. Просто некое психическое напряжение, в котором нет ничего материального, нет ничего существенного, нет ничего стабильного. Сначала на то, что ты о себе думаешь, потом это автоматически получится фокусировка внимания на том, что ты являешься, чем ты являешься на самом деле. Но это и есть шаман. По-разному это может называться. Смотреть на свой ум, наблюдать за источником мыслей, направлять внимание на само внимание. Это все-таки разные аспекты, разные этапы одной и той же практики. Но суть в том, чтобы внимание из внешнего мира и из своего мыслительного процесса собрать на то, в чем это все происходит, на то, что есть сейчас, что ты сейчас есть такое. Потому что эго и личность, они только тогда являются существенными, когда ты о них думаешь. И смотри на того, кто думает. Кто это думает? Ты вообще можешь думать сам? Твой игровой персонаж, ты с его помощью здесь проявляешься через него. Ты просто можешь его отпустить. Не держать его вот так вот мертвой хваткой своего ума. Не нужно контролировать. Ты его, во-первых, принимаешь как родного. Не пытаешься думать о себе, как вот о чем-то, о ком-то недоделанном. И персонажа своего принимаешь. Вот да, вот есть у меня такой телефон. Замечательный. Какой есть. Я им пользуюсь. Спасибо ему за это. У меня к нему нет претензий по этому телефону. Нет. Если он меня не будет устраивать, я приобрету новый. Точно так же ты личность свою можешь переформатировать каким угодно способом. Ну, вот эта эго-структура, софт, программный софт в человеке, он обеспокоен прежде всего собственной безопасностью. Мысль о себе боится исчезнуть. Но это всего лишь мысль. И вот когда ты, якобы ты, на самом деле вот это вот фейковая эго-личность, вот эта система, сдается, она расслабляется. Оказывается, что это действительно это все фигня. Нету никакой личности реальной. То есть она есть, но это текучий процесс, это не что-то фундаментальное. И нет никакого эго как фундаментального начала. Это просто зажим. Психический зажим, который нужен для самоидентификации в агрессивной среде. Когда это зажим отпускает, ты видишь, что мир не агрессивен в отношении к тебе. Мало того, он является твоим продолжением. Весь этот мир, твой ум, и он внутри твоего осознавания. Все, что есть, это все внутри тебя, а не снаружи. И совершенно не обязательно выстраивать отношения какие-то с тем, что есть, потому что все это есть ты. Но не ты как личность, не ты как человек, не ты как персонаж. Совершенно другое. Но он показывает нам то же, что к чему только подбирается современная наука и квантовая физика в том числе. Что время – это есть движение пространства. Самого по себе времени нету. Это просто фактор движения пространства внутри самого себя. И все это внутри ума происходит. А ум внутри твоего осознавания. И в итоге становится очевидным, что в этом мире движется только твое внимание. Больше ничего не движется. Ты своим движением своего внимания делаешь этот мир подвижным. Но опять же, если ты считаешь себя
этим человеком, этой личностью, то твое внимание целиком поглощено в мыслях о себе как о личности, о себе как о человеке, о существе. И здесь опять автоматический программный софт. Выживание, размножение, доминирование, социальные роли. Все это может восприниматься только в контексте прошлого и будущего. Никаким образом в настоящее, вот в сиюминутное непосредственное самоощущение ни личность, ни персонаж не попадает. Он как бы все время проскакивает. Человек все время проскакивает через настоящее. Как бы летит из прошлого в будущее. Но это иллюзия. Кроме настоящего ничего нет. И когда ты в настоящем моменте со спокойным, тихим умом, с ясным осознаванием и с вниманием повернутым на это осознавание, пробуждаешься, ты совершенно отчетливо видишь, что ты не являешься этим чувствующим, думающим, движущимся, действующим существом. А это существо – это просто тот механизм, который ты используешь для того, чтобы осознавать себя, ощущать себя, этот мир, как часть себя, как свое проявление. И тогда весь мир становится твоим непосредственным творчеством. В моменте. Тебе не нужно придумывать, вспоминать, добиваться. То, что ты видишь, это именно продукт твоего смотрения. То, что ты слышишь, это продукт твоего слушания. То, что ты чувствуешь, это твое внутреннее состояние, внутреннее самоощущение. Внутреннее, я показываю вот так вот на себя, на тело, но это не то, это метафора, аллегория. Внутри – это внутри бытия, внутри того, что есть. Это твоя проявленность. Зная себя как сознание, ты естественно успокаиваешься и естественным образом проявляешь к другим персонажам любовь как к самому себе. Вот это вот возлюби ближнего своего как самого себя, это происходит естественно. Потому что ты перестаешь видеть в других, ты видишь в них себя же. То же самое сознание. И получается, вот та самая безусловная любовь ко всем живым существам, она тоже проявляется естественно. Тебе ничего не нужно для этого делать. Это нормально, это норма. И доверие – это норма. И любовь – это норма. И искренние отношения, и прекращение лжи. Тоже вам. Вот к этому ты приходишь. И тогда мир поворачивается другой стороной. Он гармонизируется. Ты перестаешь пространство напрягать своими мыслями о себе и подозрениями к другим. Все выравнивается, разглаживается. У тебя высвобождается огромное количество внимания, которое ты раньше тратил на свое мышление, на свой мыслительный процесс, на попытки все контролировать и предугадывать, прогнозировать на основе анализа прошлого. Это же постоянно в думающем человеке происходит. И это занимает колоссальный объем твоего внимания. Внимание – это энергия, твоя духовная энергия. То, чем ты живешь, это все возвращается тебе, ты наполняешься. И
мир перестает напрягаться от твоего присутствия. Он в тебе начинает существовать, как твое естественное проявление. А естественное не может быть плохим. Вообще, проблематика плохо-хорошо исчезает. И решение, поведение становится естественным. Как вот этого Наутилус Помпилиус, помнишь? Движения твои очень скоро станут плавными. Тебе становится хорошо. Не смотришь. А они уже для тебя просто, опять же, естественные природные проявления. Ну вот сейчас вот пасмурная погода на улице. Можно по этому поводу очень сильно запечалиться. Холодно, противно, на улицу не выйти, дождь. Печки надо топить. Ну, кошмар вообще, трагедия. А можно расслабиться и получить от этого же самого удовольствия. Это же прекрасно. Дождь, свежесть, плодородие.